Йоу-йоу, всем привет, меня зовут Максим Шубин, давненько мы не встречались на канале «Это реально интересно», не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Сегодня мы поговорим про английский язык и как его учить, при этом играя, не особо-то напрягаясь и вообще, так сказать, по кайфу учить английский язык. Я нашел классное приложение, собственно, сегодня мы в нем и будем, так сказать, проводить этот ролик, будем играть. Также несколько советов дам, как я учу, по крайней мере, английский язык и как, наверное, стоит его учить. Ну, это чисто мои советы, ребята, на объективность, естественно, не претендую. Поэтому, так сказать, уж что понравится, что не понравится, как говорится, пишите все в комментариях. Если вы хотите получить, например, ссылку на это приложение, то тоже можете, собственно говоря, написать об этом в комментариях. И вообще пишите, ребят, хэштег в комментариях «Учу английский», да, замечательный хэштег. Собственно, погнали. Вот, собственно говоря, мы находимся в этом самом приложении. Приложение классное, приложение бесплатное. Еще хочу сказать, что я учу английский язык в школе английского языка Skyeng. Это не какая-то реклама, типа мне не платили за это. Это просто рассказ о том, где и как я учу английский язык. На самом деле, давненько я хотел начать его учить. И вот, наконец-то я до этого домариновался, скажем так. Наконец-то я дошел до этого. Если что, ссылку, ребята, скину на Skyeng в описании. И вы по ссылке этой можете получить урок в подарок. Урок в подарок. Я тоже, кстати говоря, получу урок в подарок, если вы, соответственно, перейдете по этой ссылке и какие-то там уроки себе приобретете. Так что, ребята, давайте поможем друг другу. И вам будет бесплатный урок, и мне будет бесплатный урок, если вы перейдете по этой ссылке. Так что, ребят, мне никто за это не платил. Если перейдете, классно, если нет, ну, значит нет. Все просто. Итак, ребятки, вот, собственно, я несколько здесь уже разделов из этого приложения прошел. Это приложение называется Duolingo. Я скажу, опять же, его название. Если сами найдете, то классно. Если нет, то, в принципе, могу ссылку скинуть. Давайте тогда наберем хотя бы 100 лайков, ребят, как бы, да. Окей, да, на самом деле приложение, как я уже говорю, бесплатное. У меня здесь есть профили, есть какие-то достижения. Вот я соревнуюсь в сапфировой лиге. Зовут меня, соответственно, Максим Шубин. Я в зоне понижения. Ай-яй-яй, 22 часа осталось. Нам нужно как-то повыше нам нужно забраться. Собственно, вот мой профиль. Вы также можете, кстати говоря, подписаться на меня здесь в этом приложении. И вроде как по совету самого приложения, если ты подпишешься на кого-то, то у тебя выше шансы, что ты все-таки закончишь обучение. Хотя на самом деле не надо быть каким-то здесь, знаете, совсем уж наивным. Потому что если даже ты закончишь обучение в этом приложении, то ты точно не будешь знать очень хорошо английский язык. Я даже не говорю идеально. Скорее всего, это какой-нибудь уровень А2. Может быть, в лучшем случае B1. То есть это либо второй, либо третий уровень. А уровней всего 7. Я хочу изучить 6 уровней. То есть 6 уровень это, ну, типа носитель языка. Типа носители языка, сегодня будет немножко английского, ребята. Надеюсь, вам понравится вот такой, как бы, немножечко образовательный и развлекательный контент. Ребят, если вам нравятся такие ролики, то ставьте лайки, будет таких больше роликов, погнали. Итак, давайте начнем, наверное, с темы, на которой, собственно говоря, я остановился. Это второй раздел. Прошел я здесь уже кучу всяких разделов. Универ, давайте с легенды начнем. 40 очков мы можем получить. Докажи, что вы легенда, достигните легендарного уровня, выполните 4 задания сложности, зашкаливает. Поехали. Надеюсь, все видно, все слышно. Так, я сейчас у микрофона прям держу, чтобы все было слышно. My major is English. Я попытаюсь, ребят, тоже чувствуете, вернее, не чувствуете, а слушайте мое произношение, как я, насколько правильно, сколько неправильно произношу. И, конечно же, обо всем этом пишите в комментариях. Вот кто шарит в английском, ребят, пишите, насколько я плох или хорош, или что-нибудь еще. My major is English. Моя специальность английский. No. Тут почему-то английский у меня стоит. Должен быть русский. Моя специальность английский. Yes, правильно. Видите, верно, все классно, все круто. Смотрите, здесь что еще есть. Короче, если вы не шарите, типа, что здесь за правило, почему именно так или иначе, короче, вот можете нажать вот эту хреновину. Это форум. Но, правда, он уже закрытый. Обсуждение закрыто, но, тем не менее, вы можете здесь что-то почитать. Типа, моя, может быть, имеется в виду специализация. Английский язык, моя специализация. Специализация принимается. Ну, короче, всякую штуку можно почитать. В принципе, здесь что-то есть даже полезное.
Вот, нажимать нужно на вот это вот сообщение, короче. Вот видите сообщение, значок сообщения вот на зеленом фоне. Надеюсь, все понятно. Какая твоя специальность? What is your major? What is your major? Правильно, классно. Я на самом деле люблю еще и произносить английские слова, английские предложения. Почему? Потому что, ну, это развивает произношение, я думаю. Ну, и мне так, честно говоря, проще, чем просто все это вбивать на клавиатуре, вот. Поэтому я так делаю. Is business your major? Значит, бизнес твоя специальность? Бизнес твоя специальность? Of course, of course, yes. Oh. My major is English. Yeah. Oh yeah. На самом деле, приложение, если говорить о сложности, то оно достаточно простое. Я, чувак, вообще не склонный к изучению языков. В частности, английского языка. Вообще, то есть это прям тяжело у меня получается. Но, тем не менее, в этом приложении это прикольно. Это реально прикольно, чуваки. Do you study here? Or are you a professor? А, профессор. Вот это еще эти артикли гребаные. Я в них часто путаюсь. В принципе, они вообще никак не переводятся, но просто это вот так нужно составлять предложение в английском языке. Просто надо запомнить. То есть для меня это такая темка, она вроде бы не сложная, но я не совсем всегда понимаю, где а, где the, где ничего не нужно. То есть нулевой артикль, в общем, да. Будем переводить. Ты учишься здесь или ты профессор? Наверное, даже не совсем так, правильно? Ты здесь учишься или ты профессор? Вот, наверное, все-таки так, я даже поменяю. Ну, так, по крайней мере, по-русски лучше звучит. Ты здесь учишься или ты профессор? Yeah! Oh, yeah! Ну, да. Ты учишься в университете. Do you study on university? Я не знаю, как правильно, но давайте... Вот сейчас я точно не знаю, как правильно. Вот давайте просто, вот, погнали. Do you study at the university? А может быть не the... Вот, кстати, вот сейчас вот вопрос, ребят. At в... Ну, можно так, в принципе, перевести... Ты учишься в университете? В принципе, непонятно, в каком университете. А the — это определенный артикль. А здесь как бы вроде неопределенное место, скорее всего, я неправильно здесь сделал. Пусть будет a. То есть a — это типа неопределенный артикль. Do you study? Ты учишься в университете. А у университете. Правильно, ребят, правильно. Вот, я начал размышлять. Правильно, ребята. Ага, можно что-то даже у меня учиться. Даже у Максима Шубина. Подписывайтесь на канал, ребята. Это... Классный канал. Это же реально интересно называться. Как еще иначе? Вот вы можете услышать произношение, какое здесь вот в приложении. My major is business. What is your major? Моя специальность — бизнес. Какая твоя специальность? Хотя порой вот голосовой вот он не совсем, конечно, корректен. Ну, по крайней мере, у меня. Я на андроиде, если что. Моя специальность, да. Right. Типа правильно, я надеюсь, сказал на английском. Right, правильно. Корректно. Correct. Так. My major is business. Easy. Easy катка, ребята. 20 очков. Гриффиндору или Максиму Шубину. Подписывайтесь. И также, ребят, подписывайтесь на все наши социальные сети, все ссылки в описании. Также, ребята, будет ссылка еще на донат. Пожалуйста, поддержите в это очень непростое время. Монетизации ни хренашеньки нету. Поэтому, ребят, ссылка на донат в описании. Кто, короче говоря, задонатит, тот красавчик, и тот появится, вот его ник появится в следующем ролике. Погнали. Ага, 20 очков есть. Да, я из Беларуси, но моя специальность — английский. Угу. Right? Yes, I also study at this university.
я думаю, все же правильно, здесь не нужен артикль, потому что в этом конкретном университете, то есть здесь как бы нулевой артикль, вроде как. Я надеюсь, что в этом. Я надеюсь, что это правильно, ребят. Если нет, то the. То я дурак, да. Yes, yes. Пишите об этом в комментариях, что я дурак. Я думаю, что правильно. Я тоже. Да, я тоже учусь в этом. Ну, давай. Правильно, ребята! Вот сейчас я был не уверен. У меня были какие-то мыслишки такие, знаете, не очень верные. Что типа, а может быть the? Нормально. На самом деле, да, what is your major, то есть, да, вопросы повторяются на английском. Это приложение для того, чтобы прям за, да, собственно, заколебать тебя английским одним и тем же. Но это хорошо, потому что я только так могу учиться. То есть мне надо много-много раз повторить. Если вы охренеть какой гений, у вас все быстро получается, вы все быстро схватываете, то, наверное, это приложение покажется вам слишком скучным, медленным, то есть не для вас. Если вы, примерно как я, то есть довольно медленно воспринимаете информацию, вам нужно много-много-много раз ее повторить, тогда да, это приложение для вас. Как-то так. Какая твоя специальность? Yes, right. Блин, слушайте, я студентка в университете. В университете, хрен пойми, какой ты университет, какая ты студентка, то есть I am a student at a university. В университете, в каком университете, тоже непонятно, то есть сейчас сделаем. I am a student at a university. Я надеюсь, правильно, типа, я студентка, хрен пойми какая, я хрен пойми в каком университете. То есть я примерно так для себя это объясняю. Надеюсь, правильно. Да, ребята, правильный! Right, right, correct, well done, и так далее. Что там еще можно сказать? Good job, good job. Вот это я даже до изучения английского языка знал. Да, я тоже учусь в этом университете. Ну, то есть, в конкретном этом университете, то есть, как бы здесь, да, я понимаю, я немножечко понимаю, все-таки, я немножечко разбираюсь. Я, причем, стал еще чуть лучше разбираться, когда я стал учиться в, как раз-таки, в Skyeng. Ребят, ссылка, если что, в описании. Вам бесплатный урок, мне бесплатный урок, если вы там что-то приобретете, какие-то пакеты. Ребята, давайте, так сказать, будем делиться и дружить. А, вот, так что да, это важно на самом деле. Это важно, ребят, чтобы был какой-то у тебя еще и учитель реальный. Здесь это просто такая прикольная штука, которая тренирует тебя. То есть ты тренируешь какие-то там словечки, запоминаешь какие-то построения, конструкции этих всех предложений. Вот что я, по крайней мере, для себя приобретаю через это приложение. В целом это просто прикольно, как минимум. Я люблю игры, а это как раз таки в игровом все режиме происходит. Окей. English, you, погнали. Is English? Нет, подожди, это я думаю неправильно. Смотрите, я думаю это неправильно. Почему? Твоя. Your это множественное число в английском языке. В русском это единственное число, но в английском это множественное число. Соответственно, знаете, что я думаю? Are English? You major. Погнали, я не знаю, сейчас будет правильно или нет, но погнали. Are English you major? Вот видите, не совсем правильно как бы велось. Are English? Я не знаю, давайте погнали. Нет, неправильно, все-таки is. Все-таки is, ребята. Была первая мысль, что нужно is. Вот видите, у меня одна жизнь ушла. Вот это одно сердечко. Если я еще раз ошибусь, то нормально. Если два раза ошибусь, то все. Игра закончена, скажем так. Ну, по крайней мере, этот уровень надо будет заново проходить. Окей. Is English your major? Is, не are. Блин, вот я ошибся. Я сейчас, причем не понимаю, почему. Вот если ты не понимаешь, почему, как раз-таки вот заходишь на вот это мессенджер, типа вот этот форум. Значит, английский твоя специальность. English is your major. Почему так нельзя? Ну, это я понимаю, почему. Потому что должно быть сказуемое в начале вопроса, либо вопросительное какое-то слово, какой, какая и так далее. Это я вроде разобрался с этим. Я тоже так ответил технически. Это так, если убрать is, то перевод будет такой. Английский твоя специальность. То есть мы не задаем вопрос, а утверждаем, что английский точно его специальность. Is your major English? Приняло. Почему перед major не ставится артикль A? Major, специальность.
Интересно, кстати. Ну, короче, тут можно что-то почитать, но не всегда можно найти ответ на свои вопросы, если честно. Но несколько раз я находил ответ на свои вопросы. Сейчас я хз. Из English Cure. Я реально порой просто тупо надо запоминать. Я не знаю, почему здесь так. То есть я почему-то думал, что are, типа you are, are you. Ну, возможно, потому что есть английский. Короче, ладно, погнали, идем дальше, просто идем дальше. Ох. А какая твоя... А какая твоя специальность? Или и какая твоя специальность? Ну, давай пусть будет и все-таки и. Я буду более дословно переводить. И какая твоя специальность? Yes, 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 yes. Oh, business is cool major. Я надеюсь, правильно. Ну, типа, oh, business is cool major. Классная специальность. Yes. No! А, cool major! А! Oh no! Oh no! Ну сейчас вот я короче, да. Здесь вот это было, конечно, не круто. Ладно, идем дальше. Просто идем дальше. Я понял, почему. То есть даже как бы нет вопросов, почему так должно быть. Просто я затупил. Вы учитесь здесь или вы профессор? Do you study here? Or you professor? А, профессор. Блин. Профессор, вы профессор? Ёптих мать! Вы профессор? Вы профессор? Какой хрен пойми, какой профессор? Короче, хз. Вот реально сложно сейчас. Я не знаю. Будем рисковать. Do you study here or you a professor? Типа вы учитесь здесь или вы профессор? Я не знаю, правильно, но погнали. Неправильно, неправильно, неправильно. Are. Are you? Are you? Да, вопрос задается. Блин, ребят, я не прошел этот уровень. Окей. Ну, зато 20 очков нам дали. И как раз таки, вот смотрите, я 57 дней подряд занимаюсь в этом приложении. 57 дней подряд. Воу. Нехило так, да? Но успехи, конечно, не то чтобы большие за эти 50 с лишним дней. Короче, давайте еще раз просто повторим. Как бы я не знаю, что получится. Вот. Английский твоя специальность? Сейчас я чуть быстрее буду проходить, меньше комментариев будет. Yes, I also study at this university. Видите, я думаю, типа, надо ли здесь артикль или нет. Вот не надо, думаю, все-таки. Ну точно, я сейчас уверен. Да, правильно. My major is business. What is your major? Моя специальность бизнес. Какая твоя специальность? My major is English. Легко. Так, ты учишься здесь или are you? Или ты про... А, так. Вы учитесь здесь или вы профессор? На самом деле это легко, потому что вот мы на этом как раз таки погорели. Какая твоя специальность? What is your major? Опять же, you. You. Юр. Юра. Юрочка. Юр. I study at this university. Я учусь в этом университете. Ребят, напишите в комментариях, как у вас с английским, на какой уровень вы его оцениваете на самом деле. То есть, какой у вас уровень английского языка. Учите ли вы его или так просто решили посмотреть ролик классный, офигенный, крутого очень пацана Максима Шугина, то есть меня. Я студентка в университете. Тут все просто тоже было. My major is business. Of course. Oh, business is a cool major. Oh, business – классная специальность. Yes. Oh.
Oh, English is also my major. Не уверен, что сейчас правильно. Типа, английский is also my major. Ну, погнали. Да, правильно. I'm happy. I study at a famous university. Я счастлива, я учусь в известном университете. Of course. And what is you? And what is you major? Опять же, Юрочка, мне что-то не получается сказать нормально. Yeah. What is your major? Какая твоя специальность? Nice. Is English your major? Yes. Oh, business is cool major. А, тут надо А, наверное. По-моему, как раз я причем не правило сейчас вспомнил, а я вспомнил, что было похожее предложение, скорее всего, такое же. И была у меня здесь ошибка. Is a cool major. Специальность. Классная. Классная специальность. Yes. Ну, ребят, правильно. Короче, я просто запомнил эту ошибку. Это хорошо как бы, но я не очень понимаю все-таки, почему так. То есть, блин. Вот очки опыта даже 45 мы получили. Perfect пошли. Идеально. Быстро. Nice. Вы заработали 14 алмазов. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем эти алмазы пока что. То есть я их вообще еще не трачу. Видите, сколько накопил уже. Полторашечку накопил. Новости марафона получили 100 очков опыта в июньском марафоне, друзья мои. Короче, ладно. Я хочу просто все показать, ну, более-менее, что здесь есть в этом приложении. Смотрите, короче. Значит, я могу также проходить еще истории. Мы сейчас их будем проходить. И по, значит, что у нас тут? По зоне понижения или зоне повышения. Я сейчас на... Короче, я еще не в зоне нормальной, скажем так. А вот зона повышения — это 10 человек, то есть, чтобы дальше перейти. Значит, была здесь у меня золотая лига, какая-то серебряная лига и бронзовая лига. Я в сапфировой лиге, и здесь я достаточно долго уже. То есть я из нее пока что не вылажу никуда. Давайте пройдем. Также еще я очень хочу собаку. Вот эту вот историю пройдем. История, кстати, прикольная, весело даже проходить. Вероятность закончить весь курс 5-6 раз выше. Я очень хочу собаку. А, dog. Какую-то хрен пойми, какую собаку. Опять же, а, dog, я понимаю. А, really? Я очень хочу он. Все, погнали. Все понятно. Dad, we need to talk. I really want a dog. Попробуем перевести. Так, dad. Типа, папочка, нам нужно поговорить. Я очень хочу собаку. Я вроде нормально сейчас перевел. Junior, a dog is a lot of work. A lot of work. Junior, собака, много работы. Ну, типа, с собакой надо много возиться, много работать. Что такое? Is a lot, много of work работать. I can work. I'm very responsible. Responsible. Я, честно, вот это даже не знаю. I can work. Я, наверное, готов работать. Я не знаю, как это переводится. Я просто сейчас, как бы, что-то от балды. I'm very responsible. I'm very responsible. Я очень настроен. Может быть, я не знаю, как это переводится реально. Really? Серьезно? Then first, you need to wash the car. Ten first. Ten, 10, по-моему. First, первый. 10, первый. Что? You need, тебе нужно помыть машину. Может быть, 10 зданий им нужно выполнить. И вот первое. Тебе нужно помыть машину. Почему Эдди сказал Джуниору помыть машину? Джуниору придется ездить на машине, но у работу с собакой. Джуниора сильно испачкал машину. Он хочет, чтобы Джуниор доказал, что он ответственный. Я думаю, это все-таки. Ну, как бы. Sure. Конечно. Это, по-моему, конечно придется. Sure. Ну, типа, это по интонации даже понятно. Sure. Конечно. Clean the bathroom. Типа, помыть туалет. Помой туалет. Окей. Конечно, ладно. And clean the windows. And clean the windows. И помой окна. Во, я это вроде правильно перевел. Oh,
О нет. Three hours later, Junior finishes cleaning their apartment. Their apartment. Tear. А что такое tear? Я не знаю. Вот не знаю. Значит, 3 часа спустя Junior закончил уборку квартиры. Tear. Я не знаю, tear, как это переводится, я не знаю. Ребят, напишите в комментариях, как это переводится. Выберите вариант спустя. Later. Later, of course. Dad, look at my work. Dad, look at my work. Папочка, посмотри мою работу. Wow, this looks great. You are very responsible. Вау, это выглядит отлично. Ты очень responsible, постарался. Я не знаю, как это responsible реально переводится. Не знаю. А, ответственный. Можно переводить? Ребята, вы видели? Я сейчас только это узнал, responsible. Ты очень ответственный, оказывается. Ты очень ответственный. You can have... А, я не понял, что там. You can have... You can have... Ты... You can have... A dog, наверное. A dog. You can have... Можешь... А! Ты можешь завести собаку. You can have... То есть, блин, вот можно нажать просто на слово, и типа, если что-то не понятно, то пожалуйста. Ты можешь завести собаку, красава. No, thank you. No, thank you. I don't want a dog now. Нет, спасибо, я не хочу сейчас собаку. Но сейчас я не хочу теперь собаку. Я не хочу теперь собаку. Тебя мыть больше не хочет, все. But Junior, I don't understand. Но Junior, я не понял. Я не понимаю. Understand, я не понимаю. I'm tired. Я устал. Я устал, я не хочу ответственности. Ответственным. Или быть be. To be. Я не хочу быть ответственным, я не хочу брать ответственность. Что такое, короче, это переводится. Джуниор решил, что вместо собаки хочет корову. У него нет сил ухаживать за собакой, лучше взять 4. Так, ну это понятно, это второй. Тут как бы easy. Работа. Work заканчивает. Finishes. Посмотри. Look. Car. Машина. Tree. Yes. На самом деле, да, реально, мне вот легче проходить истории. Ну, то есть, прям прикольно. Это весело даже как-то. Вот, значит, 16 очечей мы получаем. Проходим историю, продолжить. И мы, что, мы повышаемся? Мы повышаемся, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Похоже, нет. Или да, или нет. Или да, или нет. Не, ребят, короче, мы не повышаемся, похоже. А может быть, просто тупит обновление. В любом случае, ребята, надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзьям рассказывайте, пишите в комментариях, на каком уровне изучения английского языка вы находитесь, или вы просто вот остановились на каком-то уровне, и какой у вас уровень, тоже напишите об этом в комментариях. Как вам это приложение, может быть, слышали, может быть, что-то посоветуете мне в изучении английского языка, мне будет очень-очень интересно и познавательно узнать. Вот, поэтому пишите. Вот, собственно, также, если вы хотите какого-то еще преподавателя, какую-то школу, то могу вам вот посоветовать. Вот это не реклама, ребят, мне никто не платил, но просто если вы зайдете в школу Skyeng по ссылке моей в описании, то вам будет бесплатный урок, и также еще и мне будет бесплатный урок. Так что, ребята, давайте, так сказать, будем дружить вот в этом плане. Все, всем удачи, всем пока!